Ты был за нас при Боге.
воскрес на третий день, як було написано. И вознісся на небо, и сидит праворуч Отця, и знову прийде у славі судити живих і мертвих, и царство його не буде кінця. И в Духа Святого Господа істинного і животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Алілуя. Молитва за Україну, духовний церковний гімн України. Алілуя. Боже великий, будьмо уважні. Ты Бог, животворящий Бог.
Ты Бог, дающий жизнь и дыхание, и все. И Тобой мы живем, и движемся, и существуем. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Благослови, Господь, народ свой миром. Ты не только Спаситель каждого из нас в отдельности. Ты Спаситель народов. Ты Спаситель народов всех. Бог всемогущий, Бог всесильный, благослови нас сегодня. И благослови, Господь, сегодня Украину. Благослови сегодня Киев. Пусть здесь, на берегах Днепра, лунает песня Иисусу слава, Иисусу слава и хвала. Бог всемогущий, пусть Господь, Боже, не кровопролитие, не слезы и горе, Боже, но пусть хвала Тебе возносится. Боже всемогущий, пошли свой шалом, свой мир, Господь, который превыше нашего человеческого ума, тот мир, в котором нуждаемся все мы. Пошли, Господь, и благослови землю нашу во имя Иисуса Христа, Бог Святой. Благослови сущих на небесах, Бог Авраама, Исаака и Якова. Слава Тебе, Боже наш. Слава. И на развороте давайте споем вот как раз вся земля предолго. И потом моя молитва вот эти гимны. Спевайте ему, говорите ему, говорите про все чудо. Поверь мне, Украина.
Бог, и ты действительно даешь все
для жизни благочестие, необходимое, слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Бог наш, Господь всемогущий, пошли мир Свой народам, пошли благословение Свое, Боже, пошли, Господь, сегодня с высоты небес, Боже, Свой шалом, Свой мир, сверхъестественный, уму человеческому непостижимый мир, в котором мы нуждаемся, Господь, паки и паки, прошу Тебя, снова и снова, Господь, Боже, благослови, Господь, благослови, Отец, благослови, Боже, всемогущий. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь по образу и небесного, и образу подобию небесного,
это никакому уничтожению не подлежит. Это вечное царство. Его царству нет конца. Вот, а в его царстве, государстве все, с точки зрения этого мира, все шевронадобно, все по-другому, как зазеркалье. Но на самом деле этот мир зазеркалье, а не тот мир. На самом деле этот мир испорчен, а не тот мир испорчен. В том мире, если я даю, я получаю, наоборот. А в этом, наоборот. И этот мир думает, что Божий мир – это извращение. На самом деле этот мир – извращение. Этот мир рассуждает так, что кто хочет быть главным, он должен быть царевать, он должен пановать, значит, да, значит, и как бы должен быть над другими людьми, как бы, да, и есть целые науки даже превосходства человека в разговоре, в общении, в бизнесе, в человеческом общежитии, вот, чтобы ставить человека одного над другим или над другими людьми. Вот, но политтехнологии всевозможные сегодняшние. Но все это образ этого мира, который проходит, который есть извращение на самом деле. А Бог показал действительно Божий порядок на самом деле. В Его царстве, в небесном царстве, там все по-другому наоборот. Оно с точки зрения этого земного царства как будто бы зазеркалье, как будто бы испорчено. Но на самом деле это есть истина. А истина в том, что Он взял и помыл ноги ученикам своим. Он послужил ученикам своим. Этим самым показал, что вот настоящий есть Господь, вот настоящий есть Царь. Вот настоящий слуга Божий. И пусть Бог благословит во имя Христа Иисуса, пусть Господь благословит и всегда, как ты, напоминающий о Господе, не молкай. Всегда говори Слово Божье, всегда говори действительно, надо, не надо, везде. Это твое призвание. Оно и раньше было твое призвание, но с сегодняшнего дня просто уже это твоя почетная обязанность, постоянная обязанность. Вот, и пусть Бог благословит тебя, и пусть множество душ, тысячи и тысячи, родятся от тебя, от этого проповедования Слова Божьего. Пусть действительно Господь совершает чудеса, мертвые просто воскресают, больные исцеляются, прокаженные очищаются. Пусть совершается то, что в небесном царстве считается неестественным, а что на земле считается неестественным. Сверхъестественным, противоестественным и прочее. Но на самом деле это естественное состояние. Вот, это естественно быть здоровым. Это неестественно, противоестественно быть больным в небесном царстве. И поэтому пусть небесное, это Божье служение, оно через твое служение, оно распространяется на этой земле. Потому как земля наша нуждается сегодня в служителях, нуждается сегодня, как вот один в Украине приезжал один проповедник, а, кстати, ну, старого собак. И вчера я его слушал, проснувшись. Я ночью много послушал его. Вот, хороший брат такой, молодец. Я его слышал в 98 году первый раз. Вот. И как, он, кстати, говорил такие слова, когда он в Черновцах жил тогда, с Черновцом. Черновцов приезжал, я как украинец, жена. То есть, ну, дети мои, кто? Божьи дети. Но он сказал такие слова, я запомнил их, что вот в царстве, современного царства Божьего, деятелей много, говорит, а вот делателей мало. И вот мне это запомнилось тогда, я помню, что действительно деятелей много сегодня, но делателей мало. Вот. И пусть в твоем лице небо видит не просто деятели Царства, а ты такого не являешься уже, но делатели Царства Божьего. Слава Богу. И также я прошу молиться братьев, сестер. Я известил наших братьев, он мог, успел его известить. Вот, в рассылке такой. Вот, значит, на Фейсбуке, ВКонтакте опубликовал, где мог, но не на общем даже, а вот в таком сообщении, вложении. Вот поэтому эту запись уже посмотрят наши братья. Ну, я, конечно, ей тоже извещу, что так, была молитва. Вот, и прошу братьев, молитесь о Максиме, и прошу всех сейчас молиться. Я не верю в такую ересь, вот эту апостольской правоприемственности и прочее. Это все, знаете, опять-таки, по образу века сего, по образу мира сего, извращенное представление совершенно. Вот. А есть благодатная преемственность, действительно. И настоящая преемственность от апостолов, потому что Господь сейчас, Он с нами во все дни, и Он с нами в сегодняшний день, Он с нами. И он Господин жатвы, и мы просим Господина жатвы, чтобы он
благословил и Максима сейчас, и что Он благословил всех братьев, сестер, кого высылает на свою жатву в последнее время, потому что на самом деле жатвы много, работы много, не почты край. Вот, и пусть Бог благословит. И когда крест вручается священнику, то по традиции там поется греческое слово «аксиос», да, «достоин», по-русски «достоин», так, «аксиос», значит, есть еще другое слово «анаксиос», то есть «недостоин», не дай Боже, «анаксиос», дай Боже, «аксиос», чтобы не писать сегодня «аксиос» вместе с нами. Вот, и пусть Бог благословит, здесь, кстати, даже есть короткое наставление обычно, да, образ будет, вот, верным словом, житием, любовью, духом, верой, чистотой, вот так вот. Да, слава Богу, хорошее наставление. Боже всемогущий, благослови нас. Благослови нас сейчас, молящихся, Боже. Пусть Твои ангелы сейчас служат нам. Потому что без Тебя, Господь, мы ничего не можем сделать. Боже, и я прошу Тебя, Господь, Ты сам сейчас возложил руки свои на Максима, нашего брата, возлюбленного, диакона. И пусть совершится это таинство, священство. Боже, благослови. Я прошу Тебя, как Господина жатвы, благослови делателя на этой великой жатве. И благослови всех братьев, сестер, кто сегодня уже в служении. Боже, и благослови тех, кто собирается откликнуться на Твой божеский призыв во имя Иисуса Христа. Господин жатвы, вышли делатели на жатву свою, жатву этого последнего времени. Боже всемогущий, благослови, Господь, богатой своей милости. Да святится имя Твое святое, Боже наш. Аминь. Братья, все, давайте все вместе помолимся, да? Протяните руки свои и молитесь за Максима. Боже всемогущий, Отец, сущий наш, Бог на небесах, благослови, Господь, Максима. Благослови, Господь, его жизнь, его служение. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже наш. Мы молимся Тебе. Аминь. Аминь. Мы молимся Тебе, Господь, Бог всемогущий и святой. Благослови. Благослови, Господь, по богатой своей милости. Боже, и властью Твоей неданной я рукополагаю благочестивого диакона Максима в Иерее. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аксиос. Аксиос. Достоин. Стоим, стоим. Достойный. Боже всемогущий, я прошу Тебя, Господь, Боже, пусть Господь его служение, как священника, Боже, оно действительно принесет великий плод на радость Твою и на величие имени Твоего, Господь. Боже, пусть Господь тысячи родятся от Него, Господь. Благослови благоставляющих Его. Боже, сохрани, Господь, как зеницу ока. Благослови, Господь, и сохрани в этом роде прелюбодейным и грешным, Господь, защити, Господь, слугу своего. Боже, пусть, Господь, благодать Твоя почерет на нем. И Ты говорил, что чудесами и знамениями Ты сопровождаешь жизнь верующего человека. Господь, это в жизни каждого верующего явно, это в жизни каждого верующего, это правда Твоя. Но, Господь, наипаче, Господь, это для служителя, призванного Тобою на служение. Господь, это просто необходимо. Боже всемогущий, и прошу, Господь, о Твоих сверхъестественных этих дарованиях, Боже, в его жизни, во имя Иисуса Христа, Отец наш, Бог и Царь наш, благословенный. Благослови, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Вставай. Вставай, брат. Слава Богу.
Боже, благослови, Боже, благослови Господь Максима, Боже, благослови его дом, благослови Господь родных, ближних, Господь. Благослови Господь во имя Иисуса Христа, Боже всемогущий, и пусть Господь, Твоя благодать действует могущественно, Боже, в Его служении. Господь, в этих массовых просто чудесах и знамениях, Боже, пусть прославится Твое Святое имя, Боже всемогущий, и дай ему, Господь Боже, всегда, Боже, нести Слово Твое, Боже, в кротости, в любви, Господь, в Духе Твоем Святом, Боже, благослови Господь. И благослови, Господь, его дом, благослови его ближних, родных, Господь. Паки и паки, снова и снова прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса. Пусть этот мир в нем, Господь, действительно Твой Дух Святой будет непрестанно этим источником воды текущей в жизнь вечную. Слава Тебе, Господь. Аминь. 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 И давайте откроем плечи вместе тоже. Давайте, братья, вместе встанем сюда. Благодарю Бога Всемогущего, благодарю Господа нашего Иисуса Христа. Помолимся вместе, друзья, сейчас об этом таинстве тела крови Господних. Боже Всемогущий, благослови. Боже Всемогущий, соверши это таинство сегодня. Боже, потому что без Тебя мы ничего не можем сделать, но с Тобою, Господь, можем сделать все. Боже наш, и соверши, Господь, Боже, благослови то, что чаша сей, честной кровью Христа, то, что Господь Святой Писаси, этот хлеб, соверши его, Господь, Святым телом Христа Твоего, приложи Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Благословляю, Господь Божий, великим Твоим именем, Божье Твое Царство, и провозглашаю святое святым, святое святым. В древности, когда эта молитва звучала, то служители выходили, проходили как бы по церкви, и все, когда давали этот хлеб, вино, то говорили святое святым, святое святым. Вот, и народ пел, и вот, ну, сейчас хор поет: един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. 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 Да. Аминь. Слава Тебе, Господь, Боже Всемогущий, благослови. Рассуждаем, друзья, о теле и крови Христа, рассуждаем, какой ценой мы искуплены, рассуждаем над этой действительно святыней, рассуждаем, и пусть это совершается святыня в страхе Господнем и в любви Божьей, во имя Христа Иисуса. Боже Всемогущий, благослови по богатой своей милости, Боже, благослови. Мы, причащающиеся от одного хлеба, Божия, действительно, мы порознь члены вместе, мы, этот один хлеб, этот святой, это Ты сам, Господь, Божий Всемогущий, Ты сам, Бог Святой, хлеб жизни, ломимый за нас на кресте, Божий Всемогущий, благословенный Царь наш, благословенный Бог наш, благословенный во веки веков, слава Тебе! Слава Тебе, благодарю Тебя, что кровью Иисуса Христа я искуплен, я исцелен. Аминь. Аминь. Я полностью прощен. Я дитя Бога. Кровью Иисуса Христа, жертвой святой, благословлен всеми благословениями небес прямо сейчас и в вечности. Прямо сейчас, в этот час, в этот день и в вечности, в этом временном житии и в вечном будущем паки бытии. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь наш, во имя Христа Иисуса, благословенный Создатель наш, Творец наш, благодарю Тебя. За Голгофу,
за кровь, мы тебя благодарим за воскресенье твое, за победу твою, за Голгофу, за кровь, мы тебя потоки
живой воды. Твой Дух Святой, Твое исцеление, как потоки живой воды. Спасибо, Господь, что вода, которая приходит в нас, святая Твоя, живая, она в нас делается источником воды, текущей в жизнь вечную. Слава Тебе, Боже наш. Спасибо, что верующие в Тебя по правде уже не жаждут вовек и не алчат. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе, Царь наш, Бог наш. Аминь. Аминь. Пожалуйста, представьте, друзья, братья, сестры. Да.